Генеральная прокуратура Казахстана неожиданно сменила сразу в 7 областях республики прокуроров. Причины такой перестановки больше похожи на зачистку, в ведомстве не сообщают. Все новички ранее не один год проработали в надзорной и правоохранительной системах. Итак, прокурором Восточно-Казахстанской области назначен Кусаин Игимбаев. Ранее он занимал должность начальника департамента в Генпрокуратуре. В Карагандинскую область пришел Марат Сексембаев. Он в разные годы работал в органах прокуратуры, юстиции, финансовой полиции. Прокурором Кустанайской области назначен Тимур Сулейменов. В регион он пришел с должности первого заместителя прокурора Астаны. В Актюбинской области надзорным органом будет руководить Марат Кайбжанов. Ранее он занимал руководящие должности в Кустанайском регионе, также в Генеральной прокуратуре. В Южно-Казахстанской области назначен Нургалым Абдиров. С 2012 года он занимал должность прокурора Актюбинской области. Прокурором Жамбылской области назначен Ибрагим Иманов. Он имеет большой опыт работы в органах прокуратуры, в том числе на руководящих должностях. Прокурором Атырауской теперь будет Ернат Сыбанкулов. Свой опыт он наработал в прокуратурах Алматы и Алматинской области.